Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Были сейчас в фикс-прайсе, купили по мелочи. Сейчас покажу, что интересно. Ну, что-то ничего интересного там девчонки не нашла. Не знаю, одну штуку вот купила. Ребенок себе купил вот такой вот самолет. Наверное, они уже есть у всех. У нас был такой малиновый и прослужил, знаете, достаточно долго. Больше года, наверное, точно. Надеюсь, что этот тоже сейчас уже поигрались, летает. Так, что еще купили интересного? Купила девчонки арахисовую пасту. Фикси, вот так она выглядит. Две коробки. Кто там, бабушка? Да. Ну, иди поговори на кухню. Алло. Скажи, мы приехали домой. Приехали. Вот, девчонки, значит, паста, жареный арахис, состав на первом месте протертый, заменитель масла какао, соль, сахар. Я люблю вообще арахисовую пасту, но натуральную такую, желательно, конечно, без сахара, ну ладно. Потому что стоило копейки. Сейчас, нет, не скажу, я не брала, по-моему, фикс-прайс чек. Ой, ну вроде похож на настоящую, смотрите. Мне очень нравится с тостами. Или, как их называют, с хлебцами. Ой, здесь, кстати, мало сахара. Я до этого брала в магазин арахисовую пасту, там было гораздо больше. Здесь прямо арахис, натуральный, девчонки. Вообще вкуснота. Практически не сладкая. Сахара прям совсем чуть-чуть. Взяла любимый свой ополаскиватель Colgate Plax. Он в каком-то другом исполнении, в такой вот круглой бутылочке. Мне он очень нравится. И мне кажется, здесь крышка удобнее теперь, как стаканчик ее использовать. Там не очень она была удобная. 99 рублей, я знаю, что он стоит. В других магазинах он, мне кажется, от 115 и выше. Так, и вот что интересного взяла. Ханами, по-моему, называется. Смотрите, вот такой вот пузыречек. Это мист для лица матирующий. Слушайте, ну экстракт чая, по-моему, на третьем или на четвертом месте. Это неплохо. В фикс-прайсе вообще иногда можно такую вещь крутую найти на самом деле. И так бюджетно пахнет. Еле уловимая одушка какая-то парфюмерная. Не скажу, что зеленым чаем. Вот Colgate Plax пахнет зеленым чаем, а это нет. По распылителю. Мелкодисперсный, девчонки. Очень мелкий. Кайф вообще. Сейчас посмотрим, что это у нас за матирование. И будет ли оно вообще. Но приятненько, знаете, приятненько. В холодильник его тоже поставлю, буду пшикаться. Так, ну и все, больше ничего интересного в фиксе не нашла. Хотела какие-то взять масочки интересные, еще что-то. Ничего не понравилось, девчонки. Вот. Так что все наши покупки. Постриглась, кстати, постриглась каре. Как оно называется? Ну, типа боб каре или по-другому оно называется, еще не помню как. В общем, оставила длину практически свою по бокам и совсем убрала макушку здесь прям коротко. Я поняла, что мне не нравится, как у меня лежат волосы сейчас с каскадом. Я обычно уже много-много лет стригусь каскад. Изредка у меня бывают такие порывы на боб каре. И хочу отращивать вот именно в таком виде. Пусть перец растает, а макушку я всегда буду состригать. Состригать еще подумала на шее, прямо вот тут сделать какую-нибудь татуировочку, не знаю. Подумаю, в общем, подумаю. И хочется мне, чтобы все-таки сзади они вот так шапочкой лежали, и все. Потому что когда они сзади отрастают, смотрится некрасиво. Они начинают там вот так закручиваться, и мне это совсем не нравится. Слушайте, ну мисс-то ничего вроде, да? Прям неплох. Мне кажется, лицо более матированное, чем было до того, как я им попшикалась. Хотя мы только с улицы зашли с жары, да? Нормально. Покажи слайм-то хоть. Залезай к нам. Всем привет. Ну, погромче, всем привет. Всем привет. Слайм еще, да, садись, что-то. Фикси купили слайм еще. Валяемся, давай вот так. Во, завалились. Вот такой вот, палка, стой. Купили слайм. Без слайма мы ниоткуда не можем уйти. Нам нужно обязательно же купить слайм везде, да? Да. А он, гадость, липнет к рукам, да? Ну, я помыла руки, теперь он не липнет. А, он к мокрым рукам не липнет, а к сухим липнет. Оу, мне кажется, надо его в холодильник положить. Он в фикс-прайсе, наверное, сплавился. Я так подозреваю. Еще, девчонки, вроде как инфекционный госпиталь завершает свою работу в июле. Какого числа еще не знаем. И я возвращаюсь в августе к тебе. И то есть уже буду работать не сутки двое, а сутки трое. И я буду жить. У меня начнется жизнь. Я буду с вами почаще. Как у меня станет сейчас полегче с графиком, вернусь к себе. Обязательно проведем с вами прямой эфир. И уже нас почти 10 тысяч. Ура! У нас будет крутой конкурс с крутым бьюти-боксом. Давно хочу его замутить, еще давно-давно, на 5 тысяч хотела, но там как раз началась пандемия. Я думаю, не все хотели бы получить посылку по почте в период коронавируса, да? А сейчас вроде все нормально. И разыграем с вами какой-нибудь крутой бьюти-бокс на 10 тысяч. Сделаю какое-нибудь классное наполнение. Вот, уже давно мне прям хочется. Так что вот так. Сегодня какие планы у нас? Пойдем вечером гулять? Да. Запускать самолет.
Пойдем, сейчас надо еще покушать, что-то приготовить на ужин. Да? Mm-hmm. Да, надо. Вот так. Всем привет, доброе утро. Приехала с работы, приехала не одна, а приехала с классной посылочкой с сайта Style Korea. И мне уже не терпится ее вместе с вами распаковать. Вот как выглядит коробочка. Я уже делала заказ на сайте Style Korea. Классные продукты, мне очень понравилось. Я некоторые на подарки оставила. Что-нибудь из сегодняшнего заказа я обязательно оставлю для моего бьюти-бокса, для будущего конкурса на моем канале скоро будет, да, девчонки, уже, наверное, на момент, когда это видео выйдет, уже у меня будет 10 подписчиков, 10 тысяч подписчиков, и мы будем с вами разыгрывать классный бьюти-бокс. Так, коробочки такие же, как и были в первом заказе, упаковано все хорошо, смотрите, такие штучки классные. Ух ты, здоровские. Так, я убираю коробку, и давайте смотреть. Да, в прошлом заказе тоже коробочка была вот такая красивая. Вот так называется сайт Style Korea. И давайте открывать. Мне так эти коробки нравятся. Кстати, в них всякие мелочи храню, потому что смотрите, какая красота. Красивая розовая коробочка. Супер. Так, и что же у нас внутри? Здесь, девчонки, ни слова по-русски, поэтому пришлось возвращаться в свою корзину на сайте и смотреть, что из что, так скажем. Это патчи. Патчи для проблемной кожи. У кого есть прыщички и так далее, здесь должны быть такие мелкие патчи, которые мы наклеиваем на несовершенство. По-моему, вот на все эти 5 средств, девчонки, сейчас очень крутая скидка на сайте. Вот эти патчи, по-моему, 240 рублей стоят. В общем, адекватные цены именно на эти средства сейчас на сайте крутая скидка. Я вам ссылку на сайт и на каждый продукт оставлю. Так, ну, здесь, в принципе, ни слова по-русски, поэтому отвлекаться не будем. Мы сейчас с вами обязательно что-нибудь затестим, что-нибудь попробуем. Так, это у меня тонер. Тонер, ну, типа лосьончика, да, с АХА-БХА кислотами. Как он выглядит. Большая бутылочка, кстати, такая. Нет, это пластик уже. Вся линейка, это, кстати, Косрикс. Косрикс – это что-то типа космецевтики, то есть косметический продукт с какими-то лекарственными лечебными средствами. Поэтому круто, мне очень давно хотелось попробовать именно эту линейку. Вот так выглядит тонер. Очень круто, что он с распылителем, мелкодисперсным. Запаха практически никакого нет, какой-то легкий-легкий фруктовый, еле уловимый. Вот так выглядит, девчонки, флакончик. Бликует, все бликует, коробочка красивая. Так, следующее средство, это у нас, так, эссенция с муцином улитки. Тоже на нее сейчас классная скидка. Она у нас уже в стекле, эссенция. Кстати, вот эссенции, тонеры вообще по-хорошему, да, они все хранятся в стекле. Это здорово. Так, вот так выглядит эссенция, она такая, смотрите, достаточно густая. И здесь у нас удобный вот такой вот носик-дозатор. Давайте посмотрим, что из себя она представляет. Так. Я вообще люблю корейский уход. И вот что касается именно сайта Style Korea, у них бывают замечательные скидки. Так, вот такая эссенция. Мне кажется, ее очень мало нужно. Она будет экономичная. Запаха практически никакого нет. И смотрите, она немножко такая липковатая. Мы с вами сейчас разнесем ее и посмотрим, как она будет впитываться. Муцин улитки, он на самом деле липкий, поэтому здесь все нормально. Разнесла по руке, и в принципе уже липкости никакой нет. Все нормально, быстро впитывается, не оставляет дискомфорта. Сейчас все с вами на лице обязательно попробуем. Так, это у нас крем вокруг, для кожи вокруг глаз. Вот так он выглядит. Он у нас тоже с улиточкой. С улиткой. Сейчас посмотрим, как выглядит он. Вот такой вот кремушек. Симпатичный. Так, и вот так выглядит сам крем. Достаточно легкий. Смотрите, такой тает на коже. Тоже никакого практически запаха нет. Здорово. Так, и последний продукт в этой прекрасной коробочке. Это у нас очищающие диски с БХ-кислотами для очищения кожи, для очищения пор. Обожаю такие продукты. Сейчас посмотрим, как они выглядят. Все продукты пооткрывала, девчонки, а потом собираюсь в бьюти-бокс класть, да? Вот как это называется? Так, они у нас закрытые. Вот здесь крышечка такая есть, открывается. Или зафольгированы, получается, да, здесь они у нас. Да, вот. Вот они, вот такие подушечки. По запаху. Ой, у них такой сильный запах. Фруктовый, приятный, достаточно приятный. И вот так они выглядят. Мы сейчас с вами обязательно попробуем очистить ими кожу.
Круто, я очень рада посылке. Она пришла, кстати, наверное, недели за две с небольшим, из Кореи прямиком. Здорово. Ну, давайте, девчонки, попробуем очищающие салфеточки. Я макияж снимать не буду, потому что мне сейчас за заказом в Фаберлик ехать. Мне интересно, как они работают на коже лица. Вот такие вот они, как рифленые, да, тоненькие. Ох. Будут ли они сокращать, вычищать поры? И вообще сейчас посмотрим. Очень интересно. Нет, это правда еще тональ... не тональные средства, а румяна были. Сейчас мы их сотрем. И потом возьму еще один ватный диск и пройдусь. Дискомфорта на коже пока никакого нет. Все вполне приемлемо. Так, второй. Сейчас возьму. Их здесь у нас, я забыла, сколько, девчонки. Сколько у нас их тут? Много. Много. С кислотным уходом летом поаккуратней. Потом нужно будет кремушек наносить SPF, да? Так, ну что? Сейчас посмотрим, очистились ли наши поры и как выглядит наша кожа. Ничего не пощипывает, все в принципе дискомфортно, все нормально. Ну, немножечко, вы знаете, такой вот цвет. Ну, то есть кожу очищают они хорошо. Так, и сейчас лицо высохнет и посмотрим с вами результат. Что у нас произойдет. Так, ну что сказать, девчонки? Ну, лицо чистое. Сказать, что поры сузились, пока не могу. Но оно чистое. Оно чистое. Гладенькое. Пока больше ничего сказать не могу. И оно увлажненное. Все корейские вообще средства, они не всегда, конечно, всем подходят, да? Они все-таки адаптированы для другого климата, для другой немножко кожи. Они такие... придают коже сияние, ее хорошо увлажняют. Не могу сказать, что напитывают. Это очень крутое, хорошее, полноценное увлажнение кожи. Вот видите, она даже после этих подушечек все равно сияет. И когда по ней проводишь, чувствуется, что она увлажнена, наполнена влагой. Мне именно поэтому нравится корейский уход. Я больше люблю применять его зимой, нежели летом. Все отлично. Кожа не липкая и такая прям действительно увлажненная. Так, что хочу попробовать дальше. Давайте все-таки с вами откроем вот эти антиакне. Как они называются, патчи написано, да, и посмотрим, что они из себя представляют. У меня, в принципе, сейчас прыщиков нет нигде, но хотя бы посмотрим. Вот, девчонки, это вот такие вот точечки, кругляшки вот такие бежевые, наверное, отсвечивает, да. Все, тут одна упаковочка, да, вот таких кругляшков, они чем-то пропитаны, они разного размера, и большие, и маленькие, они такие достаточно плотненькие внутри, я пока вскрывать не буду, потому что, ну, как бы проблем у меня нет. Так, что еще дальше с вами попробуем? Сейчас попробуем тонер. Тонер вообще. Тонеры люблю, корейские не могу. Очень нравится. Особенно, еще раз повторю, на зимнее время года. Распылитель комфортный, вообще супер. Он не пахнет ничем. Ничем не пахнет. Сейчас немножко подсохнет тонер. Посмотрим на состояние кожи. Ну, я знаю уже, что она будет сиять, потому что этим корейская косметика и славится. Можно применять с помощью распылителя. Я так более-менее по-английски соображаю. Да, сзади по-английски написано. Можно протирать лицо на ватный диск, избегая глаз. Ну, конечно, мы глазки закрыли. Ничего с ними не случится. Так, и сейчас с вами будем пробовать. Я все-таки решила, девчонки, вот этот вот большой гель с муцином улитки оставить в бьюти-бокс. Пусть он достанется кому-то в подарок. Я уверена, что это крутое средство. А мы с вами сейчас попробуем гель для кожи вокруг глаз. Так, тонер еще немножко есть на коже. Личико сияющее. Вы видите это сами. И давайте попробуем нанести гель вокруг глаз. Я на нижнее веко только нанесу. Пока. А вечером мы, девчонки, с вами какой-нибудь замутим интересный вечерний уход. И тогда уже еще раз полноценно всеми этими средствами пройдемся. Так. С муцином улиточки это вообще здорово. Вот так. Сейчас он впитается и посмотрим. Флакончик тоже такой. Как плотный пластик, не стекло, наверное, это нет. Красивое такое исполнение и дорогое. Стайл Корея радует.
Ну что, девчонки, кремушек впитался, и вы знаете, такая кожа под глазками увлажненная, так что я думаю, естественно, он будет разглаживать мелкие мимические морщинки. Почитала на сайте сейчас еще информацию, освежила, так сказать, в памяти. Он у нас слегка убирает припухлости и высветляет кожу под глазками. Благодаря тому, что там улиточка, пептиды, он разглаживает мелкие мимические морщинки. Вообще здорово. Он такой вот, знаете, прям он чувствуется, что он есть на коже. Чувствуется как? Что она увлажненная и напитанная именно в этих местах. Это на самом деле здорово. Мы с вами вечером еще выполним полноценное очищение тогда кожи и сделаем на верхнее, на нижнее веко. Мне кажется, будет классный очень эффект. И если еще осветляет, с учетом моего последнего графика работы, моего тяжелого лета, так скажем, у меня есть синяки под глазами сейчас. Как бы они достаточно видны и часто бывают припухлости, поэтому этот крем как нельзя лучше. Девчонки, всем доброе утро. У меня тут влог растянулся на энное количество дней. Я вчера попробовала вот это средство для кожи вокруг глаз против темных кругов под глазами. И что хочу сказать. Многие девчонки мне в комментариях писали, какая у вас баночка. Смотрите, девчонки, какая у меня баночка. Здесь солнышко и луна. Девчонки писали, у них было написано нижний и верхний века. Нет, у меня здесь ночь и день. Ну, неприятные ощущения от вот этого зеленого геля были. На самом деле. То есть тяжело было открыть глаза. Я еще сделала это прям непосредственно перед сном. Легла такая книжечку читать электронную, да, и поняла, что я не могу тупо открыть глаза. Это, конечно, интересно очень. Но длилось это минут 5-7. Я с закрытыми глазами полежала. И потом вроде все стало нормально. Но сейчас с утра что хочу сказать. Естественно, заодно применение чудес не произошло, но у меня вот здесь вот под одним веком появились прыщички. Прыщички появились. Не знаю, от этого средства или нет. Буду дальше продолжать тестировать. А сейчас у нас с вами очищение и продолжаем тестить корейский уход. Я уже какое-то количество времени, какое-то количество дней все эти средства применяю. Они мне безумно нравятся. Сейчас буду гелем для умывания от V-Cosmetic минеральным очищаться, потому что прям что-то... Не знаю, что сделал этот гель зеленый. Почему здесь вот появилась такая вот как сыпь небольшая, девчонки. Так что сейчас буду как следует очищаться, умываться. Вот это минеральное умывание, это в хорошем смысле самый жесткий продукт. Я вам уже его показывала. Для очищения кожи. Девчонки, кстати, про пигмент. Про корейский пигмент для губ. Если вы видите, он до сих пор на моих губах. Я вчера не применяла, вчера был заказ Avon, гидрофильное масло. Я просто сделала вечернее очищение, умывание с мицелляркой, с пенками и так далее, с масками, и он остался. Вот он до сих пор остался на губах, еле заметный. Поэтому, девчонки, продукт очень стойкий. Мне кажется, вот так вот полностью, вот только вот гидрофильное масло или двухфазное средство может удалить, и то все равно, мне кажется, губки будут слегка ваши подкрашенные останутся. Поэтому классно. Лицо мое раскраснелось, и теперь по открытым порам как раз прям хочу пройтись вот этими вот очищающими дисками от Coarse. Я вам уже показывала, как они выглядят. Слушайте, мне понравилось. Это что, это кислотный уход? На самом деле это здорово. Пахнет фруктовыми кислотами. Сейчас прям все доочистим. И красота. Ну, классно вычищают, потому что вот вам на камеру, конечно, не будет видно. Немножко вот диск все равно, вот он такой вот светло-бежевый. Я не знаю, что он мне тут дочистил из пор. Классно. Вообще, корейский уход – это вещь. Но я сейчас применяю его на ночь. Мне кажется, для возрастной, для сухой кожи он будет идеальным. Но даже на день я, когда использую, никакого там утяжеления, сильного жирного блеска какого-то нету. Мои, скажем так, сальные железы, они работают нормально, вполне с этими средствами. Так, декольте. И теперь у нас на очереди тоник. Девчонки, я под видео на каждый продукт ссылочки вам оставлю. И на сайт тоже. Теперь тоник тоже с АХА и БХА кислотами. Он мне понравился. Тонер классный. Вот он вообще классный. Храню его в холодильнике. Холодненьким прям вообще супер. Использую по нескольку раз в день. И он очень комфортный. Прям вот очень-очень.
Ой, красота. Сейчас немножко тоник подпитается, но иногда, вы знаете, мне кажется, что когда я наношу еще на влажное лицо от тоника, от тонера средства какие-то крема, они работают еще лучше. И если у вас есть какие-то средства, которые на вашей коже оставляют липкость, то тоже наносите их на мокрое лицо. Я использую вот такой вот крем для кожи вокруг глаз, кстати, понравился. Вообще никакого дискомфорта не вызывают. Применяю его как средство и ночное, и дневное. Очень круто, девчонки, увлажняет кожу под глазками. Она становится такая упругая. И еще на мимические морщинки, морщинки, которые у вас есть, вот так вот его наношу и распределяю. Девчонки, у меня еще успел прийти за это время заказ и фраше. Я вам уже отсняла. И что хочу сказать, кстати, заказ пришел вообще за день. Я заказала его, на следующий день мне уже курьер его доставил. Я была, конечно, в шоке. Вот. Так. Везде прошлись. И в качестве дневного крема мне безумно понравилось применять, где он, мой дорогой, от Ифраше матирующий крем. Вот он. Себа Вежиталь. Если под глазки я наношу крем увлажняющий, корейский, да, то по всему остальному лицу буду наносить вот такой вот кремушек. А ты хорошо, мне очень понравился. Он действительно круто матирует. Вообще круто. И успокаивает кожу. Вообще вся эта серия мне безумно понравилась. Обязательно в ближайшее время прям напишу по всей линеечке подробный пост в Инстаграм. Сегодня планов никаких. Я сегодня дома. Сейчас буду что-нибудь для вас монтировать, выкладывать, готовить, убираться и так далее. Один из тех немногих дней в году, когда я дома одна. Поэтому можно и себе время посвятить. Слушайте, надо попробовать вот этими, кстати, очищающими дисками пройтись по губам. Стирает немножко. Лампа отсвечивает, ватный диск розовеет. Да, немножко стер. Такой вот он розовенький. Вам, наверное, лампа отсвечивает. Вот, сейчас все это дело впитается, кремушки впитаются, и будет кожа матовая. Еще на зону декольте вот этот вот крем для век нанесу. Он достаточно легкий и подойдет для этой зоны идеально. Масочку мы с вами никакой сегодня не сделали. Что-то я даже забыла про нее. Ну ладно. Мы же тестим с вами корейские продукты. Вот и все. Теперь можно смело наносить макияж. Сейчас я вам покажу при естественном освещении, как круто заматируется кожа, когда крем впитается. Ну вот, девчонки, крем вот впитался, и видите, кожа абсолютно матированная. Прям вот абсолютно. Мне это безумно нравится. Так что кремами и от Корс, сайта Style Korea, и от Ифраше я безумно довольна. Заварила себе, девчонки, фаберликовский чаек. Сейчас буду пить. Пью на ежедневной основе утро-вечер. Нравится, нравится. Есть какой-то, вы знаете, мочегонный эффект. Ну и комфортная работа кишечника тоже. Вот прям вот да. Поэтому очень нравится. Буду продолжать дальше покупать другие чаи. Экспериментировать. Конечно, к сожалению, не получится взять все вместе, потому что ну тогда придется 15 раз в день только чаями и питаться. Ну и на этом, девчонки, будем влог свой заканчивать. Максик. Максик. Максик, что ты сердитый такой? Схватила кота. Уже много наснимала для вас. Надеюсь, что была вам интересна и полезна. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Не злись. Всем пока-пока.